Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке чехол от сотового телефона, а именно от смартфона iPhone. Брал я его на самом деле для телефона iPhone 8 Plus, но так как у меня iPhone 8 Plus находится в чехле, еще сверху в резиновом, да, то есть мне нужен был достаточно большой чехол, чтобы он туда влез. И поэтому я взял данный чехол от телефона iPhone 13 Pro Max. Что же, давайте мы его откроем и посмотрим, влезет ли наш телефон iPhone 8 Plus в резиновом чехле. Итак, поехали. Заказывал я его из Китая, шел он мне примерно 2 недели, даже где-то 3. В обычном пакетике он, в таком. Производитель обещал, что это у нас будет кожа. Описание. Новое, 100% и высокое качество. Материал – волокнистая кожа. Полная защита вашего телефона внутри чехла. Кнопки телефона не будут тереться. Чехол легок в использовании. Внутренняя поверхность из микрофибры, она моющаяся. Кожа без складок. Со временем не выцветает. Мягкая и нежная на ощупь. В этом чехле вы будете свободно класть телефон в сумку с ключами, не бояться, что ваш телефон поцарапается. Сделан в виде такого кошелечка. Здесь мы видим, написано iPhone 13 Pro Max. Так, давайте мы его вскроем. Здоровый он, хочу вам сказать. Так, первое, что хочу сделать, пахнет какой-то искусственной чумой. Не могу сказать. Пахнет клеем, на самом деле, просто жестким клеем пахнет, это не... кожа так не пахнет. Так, ну, судя по размеру, он сюда подходит, я так полагаю. Да, вот он прям в таком кармашике, наверное, и будет сидеть. В общем, iPhone 8 Plus еще с одним чехлом, он залез. Мне просто нравится, когда телефон убирается полностью в чехол. Давайте посмотрим, как сюда залезет iPhone 12 Pro Max. По сути, тот же самый 13 Pro Max. Но только у iPhone 12 Pro Max у него еще, опять же, внешний чехол есть. Так, давайте мы это достанем. Все понятно, что под восьмерку подходит. Так. Да, в принципе, смотрите, этот влезает абсолютно. И не сказать, что так вот с усилием входит. Здесь у нас такая вот идет она, знаете, наверное, вот как такая спрессованная шерсть. Ну, типа они постарались сделать из нее, конечно, кожзам, но это хотя не кожзам. Конечно, не знаю, видно здесь, не видно, но тут прям видно, что это вот синтетика синтетикой. Но хочу сказать, достаточно легко он входит. Вот, очень аккуратно сделан шов. Все аккуратно сшито. Нигде ничего не торчит. Вы знаете, как вот бывает. Возможно, это и кожа, не могу вам точно сказать сейчас. Но выглядит прикольно. Что ж, вот такой вот маленький обзорчик на чехольчик для iPhone 13 или 12 Pro Max. Что ж, кому было интересно, ставим лайки. И если у вас остаются какие-то вопросы, дайте мне знать.